как изменилась работа детского сада из-за пандемии, роль детского сада и воспитателей в жизни ребенка, актуальные вопросы родителей и ответы на них. Смотрите программу «Город С» 15 декабря в 20:30. Гости в студии: Ирина Бурцева, заведующий детским садом комбинированного вида номер 1 городского округа Самара, и Марина Завьялова, заведующий детским садом комбинированного вида номер 188 городского округа Самара.